И всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами я, Бенни, и мы продолжаем играть в Гаррис Мод. На этот раз это хоррор-карта, и тут, видим, много тумана. Дедли, опять ты накурил? Ну, прости, не удержался. В кармане был последний. Это, блин, я тебе говорил, не надо с собой этот муку брать, и ещё взял, закурил муку, тут вообще все светло, ну, прости, светится. Кстати, ты забыл отключить нам оружие. Оружие? Да. И, кстати, да, мы возвращаемся в хоррор-карты. Теперь... Так, все, отключил? Да, и что ж ты будешь делать? Да, и что было по атмосфернее, черт! Что было по атмосфернее, я муку раскидал. Так, давай. Что, ну, заходим? Как ее открыть? Не знаю. Может... Начало карты уже не знаем, как где. Ну-ка, может, долбить ее надо? Давай возьмем этот лом. Да. Да, реально. Короче, будем с ломом ходить. А, мне дался пистолет. Ну, я тоже себе такое же понимаю. Бери пистолет. Да, все, мне только пистолет дался. Не дался. Давай исследовать карту. Так, о, тут комбайнов я уже слышу. Не говорите, что это очередной шутан? Да, скорее всего. Так, что мы тут видим? Что-то у нас? Ничего интересного. Так, снова меня запер. Так, тут какая-то проводка. Опа, тут этажи вниз. Тут мы видим лагер. Кстати, какой-то кубик без текстур. Не кажется ли это психоделическая карта? Наверное. Так, ладно, так прыгаем на дверь. Опа. Просто не знаю, или я что-то путаю, или это реально психоделика. Напишите наверное в комментах. Да. Опа, смотри, что тут. А, вот. Опа. Падла. Там комбайнер. Ладно. Так, давай, заходим. Да, кажется, это реально психоделика. Смотри. Кстати, реально похоже на психоделику. Так. Опа. Морфеус! Реально это... Морфеус, всё. Почему ты стал белым? Пошли сюда. Кстати, ты да, не Морфеус! Обманщик. Кстати, да, реально это, кажется, правда психоделика. Да, мы уже это поняли. Да, все. Так, опа. Воу. Парень красиво сделал, который это делал. Стреляй по нему тут. У нас вообще бессмертие, что ли? А, он с бессмертия. Ну, смотри, что он по нам... Отключи, кстати. Я отключил. Да, кстати, это... блин, у меня патронов нету, теперь буду с монтировкой ходить. А! Опа. Что это было? Опа, я где-то появился. Я подошел к двери, нажал на Е. Тут вообще пипец, что происходит. What the fuck? Берем лом. ОМГ! Оу. Привет, интересная карта. Все, точно психоды. О! Надо режим полета отключить, а то я по привычке нажимаю на V, чтобы не разбиться. Кстати, включи обратно режим полета. А, ты не можешь выйти из него? Да. Погоди. Все. Ага, давай идем. Очень красиво. Парень, молодец, который это делал. Если ты смотришь это видео, парень, ну, это хотя навряд ли, то ты молодец. А, как? А, мне в глазах светлеет. Опа, тут Брин сидит, я к нему пошел. Во! Я чуть не упал. Брин, что, все? Альянс против тебя пошел? Ну вот видишь, я же тебе говорил. Пошли, давай. Опа, нихера себе, я что могу. А зачем? Подожди, на стол. На стол, а потом... Ну-ка, может, надо их скинуть? Да, вот, скинул. О, все, я прошел. Жди меня. Ай, блин, будем без читов. Давай, жди меня. Жесть, ну реально красота просто. ФПС даже приличный сделал. То есть, молодец автор. Много объектов специально не спавнил. Что, потому что, ну, что у Дедли слабенький комп не тянет. Тяжелые карты. А-а-а! Опа. Опа. О, где мы? Сейчас... О! Фу, блин. Я думал, сейчас стены начнут сужаться. Ух ты. О, там лава. Давай. Опа. Опа. Воу. Давай, иди за мной. Ну, давай, прыгай дальше. Опа. О, аптечка. О, прошли. Нет! Включи ноклип. Включаю. А то я потом, что-то... Ладно, давай, идем. Давай, хоп! Берем давай, их. Дубасим их, дубасим. Давай, друг друга, я подключаю, разрешите убить игрока. Так. Все. Я забрал у них автомат. Ага, у меня тоже есть. Пойдем. Идем. Вау. Так, что у нас тут? Пойдем. Пошли. Поезд? Опа.
О! Тебя чуть не сбил поезд. Это же тебя тоже не сбил. Кстати. Я успел отойти. Пошли внутрь. А что делать? А сюда нельзя. Значит, нет, туда тоже, ну-ка. А, он-то всё-таки? Я спокойно поднимаюсь. А, тут сюда нельзя подниматься, это я просто автор не предусмотрелся. Пойди нам вот в, там, где поезд сломан. Да. Ё! А я сюда пройти не могу. В смысле? Путь прервался. Перелети через ноклик. Что за читеры? Фигасе. Я упал в яму. Ты меня... Какие-то рычаги. Ну-ка, подожди. А, вот, смотри. Ты что? Отключил эти. А, все. Нам нужно теперь идти на спаун. А, вот дверь. Подожди, вот быстро убегаешь. Идем. Вот опа. Так, все, поднимись. Эта карта мне очень сильно нравится. Да, молодец, автор. Хорошее. Хорошее произведение. Теперь сюда идем, да. Так, вот так вот. Ладно, вниз не упади. Так, это кубик какой-то. Я его подобрал. Так, пойдем открывать. Хорошо, подожди, хорошо. Комфорт. Юген, мне нужно выйти из этой симуляции. Потому что в дверь ты на фронте. А? Так, снова нужен ноклип. А я уже отпрыгнул. Так, мы опять... Ну-ка. Что делать? Сейчас, подожди, сидим тут. Сейчас это по-любому остановится, потому что мы знаем. Нет. Меня убило. Меня тоже. Эй! Чё, заново все! И что дальше делать? Ну-ка, давай, ноклип. О. Очень странная карта. Так, а что делать-то? Не знаю. Вообще, куда мы должны попасть? Подожди, давай сначала вернемся на спаун. Первоначально. Ладно. Посмотрим. Ну-ка, а может это все было заскриптовано? То есть, ну, наша смерть. Я нажимаю на Е, я падаю под карту. Ну-ка, а может наша смерть это заскриптовано было? Я не знаю. Ну-ка, пойдем-ка мы. Знаешь куда? Давай еще раз. Нам нужно все расследовать, хорошо. А может, ну-ка, подожди, может пошли что-то... Пошли самый низ лететь. Да, кстати, да, может что-то... О! Ты тоже умер, да? Нет, я не умер, ну как? Я кинул. А тут у нас? Тут у нас проход. Так. Так. Блин, неужели это конец карты? Джимен! Я нашел Джимена. Подожди, ты не залетай в ног через ноги недопустимые места. Не, он это в допустимом месте. Он допустимый. Ну вот, Морфеус. Очень странная карта. Морфеус. Блин. О боже, у меня экран светлеет. Я знаю. У Морфеус потом. Может, мы что-то пропустили все-таки, да? Все-таки да. Считерим. Пролетим дальше. Очень странная карта. Потом мы поднялись сюда. Потом мы прошли сюда. Ну-ка, давай-ка отсюда опять продолжим. Может, мы что-то не так сделали? Ну-ка, может, здесь есть потайные двери или еще что-то типа, может, мы что-то где-то пропустили? Ну вот, смотри. Да, вот, ой. Вот сюда мы пошли. Ну. Ты отключил лазер. Да, отключил. Потом мы пошли сюда и открыли дверь. Идем. И упали вниз. Да. Идем дальше. Тебя упал я. Да, идем дальше. Потом. Потом мы должны идти сюда. Mm-hmm. Мы подходим, и оно нас убивает. Ну-ка, ребятушки, давайте мы сейчас перепройдем заново карту с Дедли и проверим, баг ли это или нет. И, друзья, мы как узнали то, что это, скорее всего, окончание карты, потому что мы ничего не смогли найти, и продолжение, и так далее. Но мы смогли найти вот такую карту, называется Паранойя. Давайте начнем. Тут уже вижу красную кнопку. И что она дала нам? Не знаю. Выходим. Ну, бери руки в руки, пока тут не видно. А, да-да-да-да. Так. No smoking. Нельзя ходить в смокинге. Так. Не, no smoking. Да я знаю, что это не курить. Курить? Ты шо?
Так. Вот и монтировка. Монтировка я нашел? Я уже... А! Что было? Там кто-то стоял. А где монтировку-то видел? Там валялась монтировка. Вот тут вот здесь валялся, я ее уже подобрал. А, сейчас так. Берем монтировку. Бенни, иди сюда, иди сюда. Бенни, смотри, вот там вот, вон там вот был, это Джимен. А, понятно. Опа, нифига себе, меня медный час. Я же теперь пугался. Так, смотрим, что тут дальше. Смотрим, что тут делает. Так. Тут еще какая-то нагнетающаяся музыка. Надеюсь, без авторских прав. Да нет, это просто звуки. Фух, я думал, уже сейчас за нами кто-то. Вот это, кто там стоит. Просто бывают такие. Опа, видим Брина. И почему-то телек каменный, я не знаю, с чем это связано. Снова китайский автопром. Опа, это свет включился. Ты рычаг пропустил. Да? Да. Пилс! Так, Луису не говори это. Ну я знаю, опасно. Ой, мне кажется, надо звуки чуть-чуть потише сделать. Так. Что мы видим? Мы видим. А оно открывается? Кстати, тут есть патроны для револьвера, но револьвера самого нету. А ты подобрал патроны, да? Я патроны подобрал, но револьвера... Значит, я себе сейчас заспауню тоже патроны. Где они? Вот. Пытай их. Ну-ка, может, сейчас подожди, револьвер в ящиках? Нет. Давай, револьвер. Пойдем дальше, мы на смокинге остановились. Вот тут ну, лифт. Да, мы на не курить. Где лифт? Вот он. Ты где? О, что, пойдем? Давай, заходим. Тебе страшно? Привет прошлой серии. А-а-а. Но она у меня не получится. Кстати. Так, давай. О. Что у нас? Что-то фиолетово внутри стало. Опа. Опа. 1104-1L. 1104-1L. Так, как видим, это застрявший лифт. Тут тоже лифт какой-то. Ездить можно? Нет, нельзя. Идем. О, тут бухло. Будешь? Нет. Замечательно. Так. Так. О. Тут вентиляция, смотри. Подожди. Закрыто. Смотри. Подожди, коробки сломаю, вдруг там ключ. Нет. Тогда получается, нафига они стоят. Стой. Да, будем делать по старинке. Всё. Поставим стульчик. И по нему залезем. Вот так вот. Кстати, когда одному, когда впереди идешь страхово. Ну потому что ты берешься скример на себя. Что мы имеем? Дырку. Я предупреждаю, буду орать, как бешеная тварь. Мы еще посмотрим. Так, мы пробрались. Какую-то комнату. Тут красная кнопка. Это синяя кнопка красного цвета. Да ты вообще гений. О! Негр! А, это тут. В смысле? Так, не обзывай меня. Ты негр. Опа, камин. А, так, так, я вижу... О! Ай, я загорелся. О. Бери кактус. Он забирает, он поглощает энергию. Бенни, смотри. А мы в болоте. Зомби? А, зомби, умри, тварь, умри. Подожди, я буду бегать с кактусом, он поглощает энергию. Мы что, в Ревенхолле? Куда я знаю? Это, наверное, не Ревенхолл. О, патроны на магнум. Опа, кстати, патроны... Смотри, тут дверь. Я знаю, что дверь, пойдем откроем ее. Так, тут кнопочка. Эрдак старый. Ну-ка, значит, нам нужно что-то активировать. А что? Пойдем побегаем. Так, а что у нас тут имеется? Опа, тут, кажется, какой-то генератор. Где генератор? Опа, я нажал на генератор. Да, молодец, я так и думал. А, ну тут так. Можно было догадаться, поэтому пройтись по шнуру. Так, проход. О, хэдкраб. Я тебя на всякий случай побью. Опа, вот. Сковородка, надень себе на голову. Погоди, тут еще один хэдкраб. Мне не надо, спасибо. Так, кто-то его изучает. И нафига мы приперлись? Не знаю, какое-то убежище. Ты нашел что-нибудь? Нет. Я тоже. Это все-таки не то, что я думаю. Так, там никакого потайного хода нету. Нет, по-любому должно быть что-нибудь. Я думал, знаешь что, то есть если мы вернемся назад, то типа все изменится. То есть локация поменяется. Я думал, давай так. Это сначала до конца все обследуем. Да, надо поломать. Ты что, не нашел? Только сковород. А, это не то уже, там что-то кто-то проход нашел. Ну-ка, может, надо отодвинуть диван, потому что бывает, что под диванами проходы. Нет.
Да. Ну, тогда надо тебя отодвинуть. Да нет? Нет, тут ничего нет. Ладно, пошли дальше. Ну, надо побегать тут. Кстати, бывает в углах. То есть проходы невидимые. Пойдем туда, не знаю куда. И принесем то, не знаю что. О, тут домик какой-то. Ну, какой? Мы в этом домике были. А тут что-нибудь изменилось? Нет. Ну-ка, а что делать? Ну-ка, давай стул зажарим. Не уверен. Смотри, что у меня есть. Ну, нет, подожди, а тут за какую решаю, что там? Так, нам нужно разгадать как-то эту загадку. Какая это загадка? Как-то раз... Я сказал, как-то разгадать надо ее. Ну, давай все ломай. А! Что? Все! Вот я понял! Что? А как мы догадались? Это нечестно, это читеры. Мы ж не читеры. Ну да, конечно, я нашел дробовик. Подбери себе дробовик. Ну, мне пришлось чуть-чуть читерить, потому что... Наколдуй себе. Не, опа. Так, ну ладно, мы теперь здесь. Ну-ка. Если... Голомать стены. Ломаю. Внизу ломай, наверху ломай. Вот так ломай. О, я думал, ты что-то нашел. Вот так, внизу, наверху, вот так ты все ломай. Так. Я же говорил, что тут есть погреб. И как мы этого не заметили? Погреб? Да. Да ладно. Тут были, прям под диваном были трещины. Я так и думал, что тут погреб, но я не увидел трещины. Мы вообще читеры полнейшие. А-а-а! Я чуть не упал. Оп. Круто! Все, давай, с этого момента не используем ноклип. Не, я и без ноклипа. Придется нам падать вниз. Придется. Опа! У меня даже ХП не отнялось. Повезут. Тут стул. Ненавижу, когда в пустой комнате стоит стул. Да я вообще ненавижу, когда куча дверей. Бэби. А! Фу, не все. А-а-а! Да, я сейчас кинул. Смотри! Я тут уже нашел парочку странных вещей. О, да смотри. Ты странная вещь. Два системных блока! Это точно странно. Хм. Теперь один. Так, смотри. Короче, иди сюда. Иди сюда. Давай сейчас пойдем вот сюда. Ага. Сюда пойдем. Пойдем. Давай это... сначала сюда. Тут. А, это там турель, там турель. Она реально турель? Это фотик. Заходим, ух ты. Психоделические эти. Опа! Ты чё, херёшь, что ли? Бей. Опа, патроны на СМГ. Получается, соберем СМГ. Тут много аптечек. Господи, покажи. О, смотри, что тут. Чё? О, такое. Это та, исполкнули. Опа. Китайцы из халфы. Это те... Китайцы... Стоп, стоп. Ты чё тут китайцы не понимаешь? Чё тут китайцы? Отлома нет приема. Ты зараза, где ты? Иди сюда, я тебя покромсаю. Так, давай сейчас не подними, не подними, не иди туда. Я уже зашел. И чё там? Тут это, чёрные хаткрабы. А. Что имеется? Дверь. Давай идем. Так, подожди. Так, это закрыто. Ну это по-любому должно быть открыто. Да, это открыто. Проходи, сэр. Проходи. Опа, смотри. Я что, опять халфу прохожу? Вперед сюда. Идем за ним. Он нас куда-то ведет. Хаба. База повстанцев. И тут такой. Хоп, хейла, да я нажал на кнопку. Я же нажал на нее! Нет, она на его руки только реагирует. И то он нажал не на кнопку, он нажал под кнопку. Так, нам откроются двери, что ли? За нами поезд приехал. Паранойя. And attract map.
Playtest, Firel, Chanel, Saber, Menzir, Popa. Спасибо Valve DVR Community, Half-Wit, Chanel, Mob, Out 212. Created by Shangrin Grvi. А чё, коммент, что ли? Наверное. Я не хочу. Так. Ой! Чё? Я стреляю. Это конец! Да, это конец. Ладно, ребятушки, думаю, на этом можно закончить серию. Две карты, это все равно хорошо. Думаю, в следующей серии мы тоже, наверное, будем проходить хоррор-карты. Ладно, ребятушки, если вам понравилось это видео, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал. И чтобы вас... Чтобы вы такого не делали, что сейчас в данный момент делает Вартигонт. Вы же не хотите этого делать, да? А что он там делает? Так что ставьте лайк, и вы такого не будете делать. Ладно, ребятушки, всем удачи, ребятушки, всем пока! Пока! А также, ты сможешь увидеть различные анимации и интересные летсплей по Гаррис моду. И подпишись на мой канал, если ты еще не подписан. И поставь лайк под видео, я буду очень этому рад. А так, удачи и береги себя!